И сегодня же мы завершаем рубрику, посвященную 75-летию с начала Великой Отечественной. О том, как тюменцы встретили радостную новость о победе и каким было 10 мая 1945-го, узнаете прямо сейчас. Город Тюмень, 10 мая 1945 года. Информация газеты «Тюменская правда. Народное ликование». Еще задолго до назначенного для митинга часа машинисты, кочегары, слесари и котельщики один за другим подходят к зданию паровозного депо. Лица этих неутомимых бойцов тыла сияют восторгом. Со слезами радости на глазах люди поздравляют друг друга с долгожданным Днем Победы. Но вот раздаются веселые аккорды баяна, кто-то из рабочих, идя на митинг, захватил с собой свой любимый инструмент. Кто-то вышел на круг, и начались танцы.